Большие и маленькие, пушистые и не очень добрые, а иногда очень вредные. Братья наши меньшие такие разные. Здравствуйте, в эфире программа «Зоопарк» и с вами я, Анастасия Новикова, и мы начинаем. Как говорится, о вкусах не спорят, у каждого они разные. Кто-то любит острое, кто-то сладкое. Одни любят спокойное времяпровождение, другие – настоящий экстрим. К чему это я? К тому, что и домашние животные под стать их владельцам. Любители котиков и собак – люди спокойные и прагматичные. А если в домашних питомцах змеи, крысы и ящерицы, тут покой только снится. В обычной квартире обитают довольно необычные животные. 5 змей, 2 игуаны, крысы, несколько ящериц и варанов. А начался домашний зоопарк с этой уже повзрослевшей калифорнийской молочной змеи Ксюши. 2 года назад Екатерине Филимошкиной подарили ее совсем маленькой. Я их всю жизнь любила, с детства. Таскала их в школу в карманах в свое время. Да. На бадаме у них, нас их водилось очень много, и, как говорится, ну, пугали учителей, пугали этих, таскали в карманах. А тут получилось, сын принес домой ящерицу, а я попала в зоомагазин за кормом. И мне показали, там у них поступление было, ну, змеи. Угу. Ну, я сфотографировалась, отправила по WhatsApp и сказала, я вот хочу. Мне написали, зачем ты мучаешь шнурка? Я сказала, я хочу такого шнурка. Ну, сын с другом скинулись и решили подарить мне подарок. И все, и понеслось. Сегодня у Екатерины целая коллекция домашних питомцев. Каждому у хозяйки с необычным увлечением есть особый подход. Некоторых можно взять на руки сразу, других же приходится доставать крючком, чтобы ненароком не укусили. Несмотря на то, что все змеи, живущие в этой квартире, не ядовиты, назвать укус змеи приятным язык не повернется. Первые трудности возникли с первой кормежкой. Вначале Екатерине было непросто. На помощь пришли друзья, они подарили небольших крыс. С тех пор ползучие питомцы так ими и питаются. У меня с первой змеей были проблемы с кормом. То есть я бегала, искала мышек, искала хомячков новорожденных, чтобы накормить. В конце концов я достала так всех, что мне просто подарили беременную мышь. Одну и две в подарок. Да, и пришлось самой выращивать корм, потому что по-другому прокормить вот это вот свое хозяйство я не могу. Правда, не все крысы в квартире служат кормом для змей. Многие из них – любимые домашние питомцы. У каждой крысы есть имена. Эта крыска по имени Счастливчик 2 дня обитала в вольере со змеей и только по счастливому стечению обстоятельств не была съедена. Счастливчик в буквальном смысле теперь полноценный домашний питомец. В отличие от змей, две игуаны, которые также живут в этой квартире, питаются исключительно растительной пищей. Несмотря на грозный вид, игуаны обожают, когда их чешут за ушком. Необычным хобби Екатерина увлекла и своих домочадцев. Сын Руслан, по примеру мамы, тоже завел себе экзотических домашних животных. Рыжие, черные, большие и шипящие – его любимчики – тараканы. В планах у Руслана увеличить коллекцию усатых насекомых, а Екатерина мечтает о покупке еще более необычных змей. И эта семья не единственные, кто держит дома таких экзотических животных. Шымкентцы вообще люди оригинальные. Буся стоит на довольствии одного из шымкентских бутиков. Числится управляющим, шутят продавцы, потому что большую часть времени проводит не у себя в террариуме, а на полках с товаром. Из расцветок хамелеон предпочитает зеленые упаковки. Видимо, так ему комфортнее. Цвет меняет в зависимости от настроения и защитной реакции. Вот он меняет свой цвет, то есть защищается, скрывается среди зарослей, либо темно-зеленый становится, либо светло-зеленый, либо принимает окрас уже, соответственно, с местом, да, с окружающей уже средой. Буся питается тараканами, сверчками, всякой летающей мелочью и зеленым салатом. Ему всего 3 месяца, поэтому на день парню хватает 2 тараканов и листа салата. Спецкорм можно купить в зоомагазине. Живые специально выращенные насекомые продаются по 25 тенге за штуку. Падаль Буся есть не будет. Во время охоты хамелеоны ориентируются на движение. Нашей съемочной группе удалось запечатлеть редкие кадры охоты хамелеонов.
глаза у Буси потрясающие. Во-первых, они вращаются на 360 градусов, во-вторых, они существуют отдельно друг от друга, и Буся может смотреть одновременно в нескольких направлениях. Когда наблюдаешь за хамелеоном, это обстоятельство даже несколько напрягает. Буся следит за тобой, за каждым твоим движением. Вообще хамелеоны быстро привыкают к рукам, которые его кормят. То есть можно сделать его ручным? Можно, да, приучить. Ну, у всех, у каждого хамелеона свой характер. То есть... Какой Буся? Есть Буся спокойный, добрый, ласковый, любит, чтобы его погладили. И умеет обижаться, расскажи. И умеет обижаться он еще, если его не выпускать долго из террариума, хотя бы на час не выпустить, он обижается, достаточно так отворачивается, даже не смотрит в сторону, не реагирует. Не хочет идти и шипит. И вот у них шипит, они, кстати, могут, да, агрессию это, проявлять тоже. Это как это выглядит? Шипеть, они раздуваются, он становится плоский. И шипит, может, соответственно, укусить. Ну, укусить они, у них зубов нету. Как бы. Они не больно кусаются. Через несколько месяцев хамелеон обещает вырасти до 50 сантиметров. Ну и во взрослом возрасте он будет не опасен для своих хозяев. Правда, не каждый уже осмелится взять в руки хоть и мини, но дракона. Я тут подумала, если так много шумкинцев держат дома необычных животных, то значит где-то они должны их покупать. Я решила посерфить по сайтам и выяснить, кого кроме привычных домашних животных можно приобрести в Шымкенте. Предприимчивые горожане на всем пытаются заработать. Нашли в огороде или поле ежа, бегом на базар. Самка ежа стоит 3000 тенге. Можно приобрести и мадагаскарских шипящих тараканов. Одного усатого монстра продают за 600 тенге. Покупаете больше 10 штук, получаете скидку. Кровососущих монстров заказывали? Пожалуйста! Пиявок в Шымкенте продают от 200 до 250 тенге. Одного жука-знахаря, которых часто используют в народной медицине, можно приобрести за 8-10 тенге. Естественно, мое неуемное любопытство заставило меня выяснить, насколько необычными бывают домашние животные. Скажу честно, результат меня удивил. Хотя вот енота или лису я бы сама не отказалась держать дома, уж очень они милые. Экзотические животные вроде крокодила, оказывается, не такая уж и редкость. Маленьких зубастиков содержат в больших аквариумах, а затем перемещают в бассейн. Однако нередки случаи проявления большой крокодильей любви с неприятными последствиями в виде укусов и сломанных костей у владельцев. На гребне модной волны карликовые свинки-мини-пиги. Современное общество стало лояльнее. Сегодня маленькие свинки, проживающие в городских квартирах и гуляющие по улицам на поводке, воспринимаются как вполне обыденное и нормальное явление, чего нельзя было сказать еще два десятка лет назад. Муравьеды очень умные животные. Неудивительно, что их заводят как домашних питомцев. Хотя нет, все равно удивительно. В последнее время люди стали заводить дома лис. Приручать рыжую плутовку начали еще в 1959 году. Лисы игривы, обладают хорошей памятью и привязанностью к хозяину, поэтому не стоит ее обижать. Если лиса обидится, то это навсегда. Трудно не плениться этими глазами в обрамлении темных очков или маски, придающих живой мордочке обаяние и трогательность. Желающих завести енота в качестве домашнего питомца всегда было предостаточно. Так в США они живут едва ли не в каждой второй семье. А как насчет домашнего бизона? Да-да, бизона. Оказывается, это огромное животное вполне может стать домашним любимцем, преспокойно полеживать дома на коврике и путешествовать в автомобиле со своим хозяином. К слову, необычных домашних животных содержат не только для души, но и пользы ради. Так, например, в США селезня, ну знаете, это такая утка мужского пола, сделали поводырем для людей. Эту птицу обучили всем премудростям помощи человеку. Знакомьтесь, это Дэниэль, первый в мире селезень-поводырь. Когда он притих, это обычно значит, что он сует свой клюв куда не надо. Дэниэль – верный спутник Карлы, жительницы американского города Ашвилл. Я была ранена. Он может понять, когда у меня начинается приступ посттравматического стрессового расстройства. Карла одевает Дэниэля в костюм капитана Америки. На лапах специальные тапочки, чтобы не повредились об асфальт. Он ездит со мной везде в машине. Посттравматическое стрессовое расстройство у меня – результат ДТП. Водитель смотрел в телефон вместо того, чтобы смотреть на дорогу. Карла говорит, если бы не Дэниэль, она не смогла бы жить нормальной жизнью.
Без Дэниеля я бы сидела дома до конца жизни. Никогда бы не вышла, потому что просто не могу. Ну а теперь перейдем далеко не к домашним животным. Время новостей со всего света. Далее вас ждет в зоопарке Перу новоселы. Карликовые муравьеды действительно необычные существа. Вы увидите красивое зрелище, как тысяч скворцов выпустили на волю. И еще один необычный сюжет. В нем задействованы милые панды. Кто этот застенчивый зверек, притаившийся на ветке? Это древесный карликовый муравьед. Самый миниатюрный среди своих собратьев. Вместе со своим другом он празднует новоселье в зоопарке Уачипа в столице Перу. У нас Фредди и Паулина. Их спасли в джунглях Амазонии. Предположительно, они самые маленькие муравьеды в мире, ростом в 15 сантиметров. Они из рода карликовых, питаются муравьями. В дикой природе эти малыши весом по 400 граммов очень уязвимы. Они – добыча для множества животных Центральной и Южной Америки. Не просто их содержать и в неволе. Воссоздать в зоопарке природные условия дикой Амазонии – задача не из легких. Но работники Уачипы уверены в своих силах. В нашей стране живет 4 разных вида муравьедов. Из них 3 есть в нашем зоопарке. Гигантский 4-лапый муравьед и древесный карликовый, самый маленький в мире. На передних лапах животного 4 пальца, 2 из которых с длинными когтями. Карликовые муравьеды ведут ночной образ жизни, проводя все время на деревьях. Перелезать с ветки на ветку им помогает цепкий хвост. Основная угроза для этих малышей – утрата среды обитания. В Южной Америке не прекращается вырубка тропических лесов. Каждый год осенью сотни тысяч мигрирующих скворцов останавливаются в болотистой местности национального заповедника Ватового моря в Дании. Здесь они подкрепляются и отдыхают по пути на юг, где проведут зиму. На закате, перед тем, как устроиться на ночлег, скворцы устраивают настоящее шоу в небе. Птицы исполняют синхронный танец, чтобы отпугнуть птиц-хищников. Скворцов так много, что они периодически закрывают всю видимую область неба. Феномен здесь называют «черное солнце». Черное солнце – это крупнейшее природное событие в Дании. Оно происходит, когда скворцы опускаются вниз, чтобы поспать. Их атакуют ястребы, и они создают завораживающие фигуры. Каждый вечер такой удивительный танец исполняют до миллиона птиц. Сейчас, с конца сентября и в октябре, ежедневно здесь одновременно ночуют около 800 тысяч скворцов. Национальный парк Ватового моря входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится на западном побережье Дании и тянется до границы с Германией. Каждый год посмотреть на причудливый танец скворцов приезжает около 100 тысяч человек. Отдохнув и поев, птицы все одновременно поднимаются в небо и продолжают свой путь на юг Европы. Большая панда Бао-Бао скоро покинет национальный зоологический парк в Вашингтоне. В следующем году она отправится на родину и ее предков в Китай. Это произойдет согласно договору между зоопарком и Китайской ассоциацией охраны животного мира. Документ гласит, что всех панд, рожденных в Смитсоновском национальном зоологическом парке, отдают Китаю по достижении ими 4-летнего возраста. Бао-Бао появилась на свет 3 года назад. Она стала первым бамбуковым медведем, который выжил после рождения в этом зоопарке с 2005 года. Здесь медведица была звездой. За ней наблюдали благодаря специальной панда-камере, установленной прямо в вольере, когда она была еще совсем маленькой. Ее первое появление перед публикой вызвало настоящий ажиотаж. А так впервые объявили выбранное для этой панды имя. Теперь же подросшая Бао-Бао отправится в китайский Чэнду. Там она достигнет половой зрелости, которая у бамбуковых медведей наступает в возрасте 5-6 лет. И там же, как ожидается, сама обзаведется медвежатами. В длительном путешествии из США в Китай ее будут сопровождать один из смотрителей и ветеринар ее родного зоопарка. В дороге ее собираются кормить любимой едой – бамбуком, яблоками, грушами и приготовленным бататом.
В зоопарке говорят, что им жаль прощаться с Бао-Бао. Однако они рады, что медведица сможет сделать вклад в сохранение своего вида и продолжение рода. Здесь уже продумывают, какие мероприятия организовать, чтобы посетители тоже могли попрощаться с пандой. Кстати, брата Бао-Бао по кличке Тайшань отправили отсюда в Китай в 2010 году. Как предполагается, в дикой природе осталось около 1800 больших панд. Они обитают в горных регионах центрального Китая. Время нашей передачи заканчивается. Любите животных и смотрите программу «Зоопарк». С вами была Анастасия Новикова. До встречи! Вы тоже это слышите? Кто-то шипит или мне кажется?